Всем привет, Алекс. Школа английского. Вот 7 сентября. Замечательный вечерок, 5 часов вечера. Очень кратко буду рассказывать, потому что еще надеюсь искупаться. Ну вот такой старый драндулет, загружен до предела. Ужасно удобно. Ну что, здесь на переднем руле два рюкзака. Там закуска, там какие-то минимальные прибамбасы, приемничек и что-то еще. Далее там сумочка для ключей видна, складное кресло на переднем руле, и под сумочкой там есть даже запасная камера. Дальше на заднем колесе шлепанцы, потому что ребята знают, мы через минный уголок проходим, когда там вброд надо переходить реку. Поэтому одеваю шлепанцы, иду. Ну и дальше на заднем руле еще одна сумка, в которой два спальных мешка. Ну, просто посидеть в тепле. Хотя вот не рассчитывал, а денек оказался более-менее приятный. Ну, купание, конечно, это чисто условно. Может быть, просто окунусь, потому что вода очень холодная. Ну вот, и поэтому теперь просто панорамную съемочку. Вот там ребята много-много на летнем лагере катались на этих качелях. Сейчас практически никого нет. Ну вот это вот замечательное место, которое я страшно люблю. Приезжаю сюда отдыхать. Почему? Потому что все мысли выходят из головы, ненужные. Такой релакс, такой отдых. Ну и после этого заряжаешься энергией. Абсолютно фантастическое место. Здесь с ребятами много-много раз бывали. Это так называемый второй маршрут Дамба. Ну, надеюсь, в следующем году мы и третий маршрут с ними покорим. Прощаюсь, потому что все-таки попробую макнуться. Okay, so all the best, Alex, the School of English in Pushkino. Bye-bye.